Цифры статистики крайне неутешительны. 70% наших сограждан находятся в состоянии тревоги, страха, депрессивных состояниях. Это данные последних опросов. И, конечно, самое страшное, что может случиться, это гибель близкого человека. И мне приходилось очень много помогать людям, потерявшим своих детей, мужей, молодых родителей. Я знаю, что это за боль, и знаю, как тяжело это внутренне принять. И самое главное, что важно в этот момент понимать, и то, что я всегда говорил своим пациентам, которые находились в таком реактивном состоянии, тяжелейшей депрессии из-за гибели кого-то из своих близких, я всегда говорил одно. Думать надо о живых. Многие же испытывают чувство вины, что вот что-то не доделали, что-то не сказали, как-то были, может быть, черствые там и так далее. И это чувство вины усиливает тяжесть потери. Но если бы в тот момент думали о живых, и в этих моментах сейчас думали о живых, то меньше было бы потом чувства вины за то, что мы недолюбили, недосказали чего-то важного, ценного, не дали необходимого тепла. Думайте о живых, заботьтесь о живых, и тогда тревоги и депрессии в вашей жизни будет меньше.